сейчас запрос на качественные медицинские услуги, вы лучше меня знаете, он очень высок. Поэтому мы строим поликлиники, строим стационар, по президентской программе строим большую современную детскую клинику. И мы, конечно, ищем врачей, мы ждем врачей. Поэтому программа социальной ипотеки или льготной ипотеки, так и так правильно, у нас работает уже 7-й год. Мы особый акцент делаем именно на системе здравоохранения. Сегодня у нас приятная миссия. У нас 300 сертификатов будет вручено в этом году в системе здравоохранения. Вот вы первые в этот летний день, кому мы сегодня хотим их выдать. Ну и на этом не закончится наше партнерство. Соответственно, коллеги помогут подобрать ту квартиру, которая вам нравится, где вы можете дальше планировать будущее. Вот. А мы будем вами дальше дорожить.